Sure, I'd love to discuss that with you personally, but not today. I'm sacrificing to gods of hearth and home. It's my dad's birthday today. Sure. Talk to you later. I'll be in London tomorrow. Yes. Bye. I'd rather listen to the silence. Что? Вы не могли бы радио выключить? Часто у нас бываете? Очень редко. А язык знаете хорошо, как будто долго здесь жили. Долго. К счастью, очень давно. А меня Андрей зовут. Сереж, присядь, пожалуйста. Ты принял решение? Я еще думаю. У тебя, к сожалению, нет времени думать. Время работает не на тебя. Саша, все нормально. Да я вижу, как все нормально. Видишь, все нормально. Глотни воды. Да перестань. Все нормально, я говорю тебе. Что по этому поводу думает Анна? Пор ей ничего не сказал? Она до сих пор ничего не знает? Я потом скажу ей. Кошмар. Хочешь, я ей все скажу? Я серьезно, я имею полное право. Я друг семьи, я твой друг, я врач, в конце концов. Сережа. Ну, хорошо. Пойдем, скажешь ей сам. Пойдем, скажешь ей сам, пойдем. Хорошо. Анечка, ты скоро? А что, что-то случилось? Хочу сказать пару слов. Ну так зайди и скажи. А. Говорить будешь, ты понял? Ну хорошо. Давай. Иди сам говори. Ты что? Давай, 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 давай. Давай. Я в ресторане. Ну? Я думал, ты собралась? Ну, как видишь, нет еще. Мы не опоздаем? Послушай, сейчас как раз такая ситуация, когда опоздать невозможно. Ты хотел мне сказать пару слов? Нет. Ничего, нет. Я жду тебя внизу. Помнишь, молодец. Мне уже не 13 лет. Да, тогда ты легче была. А мамочку обнять, а ну быстро прыгай сюда. Давай, давай, опаздывай. Все, спасибо.
Смотрю на тебя и думаю. Ты же стала абсолютно похожа на настоящую англичанку. Спасибо, мам. Ну, это, к сожалению, не комплимент. Послушай, давай обозначим чуть-чуть глазки. Правда, смотришь на лицо, а глаз не видно. Ну хорошо, не глазки. Кать, накрась хотя бы губы, пожалуйста. Мам, перестань, пожалуйста. Во-первых, это не гигиенично, а во-вторых, я не собираюсь подстраиваться под чьи-то пошлые вкусы. Мне абсолютно все равно, что обо мне будут думать. Видишь, Ань? Это та свобода, ради которой мы отправили в Англию. Да, здесь бы она такой внутренней свободы не получила. Значит, мы все правильно рассчитали. Абсолютно правильно. Я же прекрасно помню, как Катя наслаждалась этой свободой в школе для девочек, где без разрешения нельзя даже было пукнуть. Мам! Нет, ну просто ты звонила каждый день, рыдала, умоляла, чтобы тебя забрали назад. Это, безусловно, от переизбытка свободы. Ну, это давно было, Катенька. Кстати, как продвигается твоя дипломная работа? Мастер тезис. Что? Ну, диссертация магистра. А. Я думаю, тебе будет неинтересно. А мне все интересно, что для тебя важно. Пап, мне по-русски правда трудно говорить о теории искусства. Я терминов не знаю. Ну, ладно. Мам! Да? В чем дело? Послушай, у тебя новые брюки или старые? Эти новые. Эти новые? Что творится в нашем мире? Новые вещи выглядят абсолютно как старые. Я просто хотела посмотреть, что ты собираешься подарить папе. Мам, я ничего не покупала. Как? Пап! Да? Я не купила тебе подарка, прости. Как не купила? Но мне показалось, что это глупо за твой счет покупать какие-то ненужные тебе вещи. Так, ты что, приехал без подарка? Разворачиваемся и везем ее в аэропорт. Нет, нет, мы ее здесь высаживаем. Точно, давай. Папа, хватит. Мне кажется, я подарок, нет? Ну, конечно, конечно. Я очень рад, что ты нашла время и возможность прилететь к нам. Ты знаешь, как я обожаю сюда приезжать. Но я приехала. Наверное, это что-то говорит о моем к тебе отношении. Смотрю я на тебя и с ужасом думаю, господи, узнаю ли я ее в следующий раз. Обстоятельства своего зачатия я помню смутно, поэтому принимаю рабочую гипотезу, что я ваша. Пап. Что? С днем рождения. Спасибо. Я сегодня не смогу. Честно говоря, я сама ничего не понимаю. Ну, мама сказала, у нее там со мной какие-то дела на вечер и не пустила. Да, минуту, мам. Все, ладно, давай, я не могу разговаривать.
А ты, кстати, помнишь Стрельчука? Немного. Прошу. Ну, у него сын Руслан. Вы еще и на перегонки все время бегали в детстве. А, это тот маленький толстенький мальчик, да? Маленький толстенький мальчик, между прочим, закончил университет Беркли в Калифорнии, а теперь вернулся домой. Если это намек, то я не собираюсь возвращаться. А что ты, никаких намеков. Так слегка завидую. Если Иван захочет уйти на заслуженный отдых, будет кому бизнес передать. Пап. Итак, дамы и господа, а сейчас встречаем бурными аплодисментами нашего горячо любимого юбиляра! Да нет, это натурально, это чего? А ты как считаешь? Hello, Кейт. Что, не знаешь? Руслан? Да, это я, просто немного похудел. Ты отлично выглядишь. Спасибо. Мы с тобой оба отлично выглядим, в отличие от всей этой массы. Ну что, отвыкла от наших торжеств? Да. Мне кажется, я от всего здесь отвыкла. А мне придется заново привыкать. Отец стремится передать мне бразды нашей компании, а я на самом деле уже забыл даже, как выглядит снег. Я тоже. Так, друзья, давайте уже что-нибудь съедим. Прошу всех к столу. Может, выпьем? Друзья, я думаю, что все смотрели в субботу телепередачу с участием нашего дорогого юбиляра. Поднимите руки, кто смотрел. Так, потрясающе. Все, кроме моей любимой супруги. Боже мой, какая трагедия. Как и у меня. Какой провокатор этот телеведущий. Прости меня, прости. Все время хочет вывести из равновесия, да? Но единственный человек, кого он не вывел из себя, это был наш Сережа. Наш дорогой юбиляр. Дорогой Сережа, я знаком с тобой очень давно. Я веду твои юридические дела. И я знаю тебя как человека, который кристально честен со всеми. Со своими близкими, сотрудниками, партнерами и даже конкурентами. И я хочу, чтобы ты оставался всегда таким примером для нас, а мы каждый день будем тянуться к этому эталону, который ты для нас показываешь. За тебя, дорогой! Ненавижу. Меня мучили в школе для девочек. А я возненавидел, когда вместо футбола отдали на танцы, чтобы я похудел. Так что, может, потанцуем? Никто не танцует. Это они просто мало выпили. Пойдем. Будет весело, обещаю. Выросли, детки. Да, не то слово. Извините, девчонки, а вы не могли бы сыграть что-нибудь такое поживее? Слушай, есть один вопрос. Я знаю, что ты хочешь спросить. Давай не сегодня. Давай о работе на работе, хорошо? За тебя. Спасибо. О чем это вы тут сплетничали? Ни о чем. Есть один бизнес-вопрос.
Бизнес-вопрос? Да. Ты говоришь бизнес-вопрос и смотришь на Катю? Это она, что ли, твой бизнес-вопрос? Погоди, ты что, собрался ее сосватать за Ткачука-младшего? Что значит сосватать? Никто никого не сватает. Да? Да. Ну, слава богу. Ты же мне кристально честный муж, поэтому тебе я не могу не верить. А Ткачуку могу. И не верю. Ну вот. А ты хорошо танцуешь. Я же говорил тебе, что они еще попляшут после второй смены бутылок. Я бы никогда не подумала, что в окружении отца столько лицемеров. А ты смотрела передачу с твоим отцом? Если честно, то нет. Ну, я смотрел. Я смотрел, и он там говорит, что мы, мол, измениться уже не можем, а наши дети могут. Поэтому стоит работать хотя бы ради этого. Ну, поэтому он отправил тебя в Англию. Мне кажется, это лучшее, что он мог сделать для меня. Что? Я не собирался сватать Катю. Да? Да. Но если подумать о будущем, ведь все наше благополучие держится на мне. А не дай бог со мной что-то случится. Сереж, ну... Но... А вы с Катей со всем этим справитесь? Вот поэтому я хочу, чтобы у Кати было надежное плечо. Да. Я знаю, что ты недолюбливаешь этого Ткачука. Я его не недолюбливаю, Сереж. Я его терпеть не могу. Ты это прекрасно знаешь. Послушай, ты, наверное, помнишь, что я в прошлом актриса? Говорят, даже хорошая. Поэтому я чувствую, Сереженька, я прям вижу, как он ужасно играет роль твоего друга. Он же фальшивый насквозь. А его сын, кажется, нравится нашей Кате. Вот это меня и бесит. Меня вообще бесит. Мне, конечно, извините, но мне кажется, подошло время предоставить вам слово. Да, конечно, идемте. Прекрасно, Анечка, выглядишь. Впрочем, как и всегда. Ань, мне надо кое-что сказать тебе. Не знаю, с чего начать, просто Сергей сам все обещал рассказать, но он молчит, поэтому я чувствую, что... Друзья мои. Я должен... Ой, прости, ради бога. Сейчас я услышал много приятных слов. Спасибо вам большое. Спасибо. Правда. Но я останусь в долгу, если не поблагодарю еще двух женщин. Потому что без них, без этих двух женщин, все, что я делаю, не имеет никакого смысла. Потому что без них в моей жизни не было бы ни счастья и ни радости. И, во-первых, это очаровательная и несравненная моя жена Анна. Аня, я никогда не буду достоин той жертвы, которую ты принесла ради нашей любви. Юная звезда сцены оставила театр ради того, чтобы мотаться с мужем по стране, потому что муж создает такой бизнес, из которого нужно мотаться по стране. И никто бы не попросил такой жертвы. Я никогда не буду достоин. Но я всегда буду благодарен тебе за то, что ты сделала меня самым счастливым мужчиной. Спасибо тебе. И вторая, главная женщина в моей жизни, это, конечно же, моя единственная дочь Катя. Неправда, Сергей Николаевич. Это ваша не единственная дочь. У вас есть еще одна, о которой, к моему большому сожалению, вы не знаете. Вы кто такая? Прекратите вашу провокацию. Вы понимаете, что они вам дорого будут стоить? Олег, подожди.
Вы что, действительно меня не помните? Знаете, как я изменилась. Жизнь была тяжелая. Но, может быть, вы все-таки вспомните? Июль 98-го года. Пансионат Бригантина. А может быть, вы вспомните платье, в котором я танцевала с вами на летней площадке? Даша! Даша, подойди! Даша! Узнаете? Это Даша, ваша дочь. Ну, если у вас есть какие-то сомнения, вот Дашины волосы, генетический материал, так сказать, для подтверждения отцовства. Надя. Увези меня отсюда. Я сейчас подгоню машину к главному входу. Аня, Аня, подожди. Друзья мои, если вам кажется, что вы попали на цирковое представление, то, пожалуйста, поищите у себя билеты. Если вы их не нашли, прошу всех на выход. Так ты ее знаешь? Аня, я тебе сейчас все объясню. Все, спасибо. Я все поняла, ты мне все объяснил. Прекрасно. Ты объяснил мне, что ты недостоин той жертвы, которую я тебе принесла. Правда, все 20 лет я думала, что это не так. Но зато сейчас ты меня в этом убедил. Прекрасно. Послушай, очень странно слышать упреки о том времени, когда мужики за тобой ходили толпами. Это были поклонники, Сережа. А с твоей стороны что это было? Что это было с твоей стороны? Да. Это что, я не понимаю? Это ревность, это месть. Послушай, но я не устраивал тебе сцен. Из-за сплетен. Из-за сплетен. Да, из-за сплетен. А тебе и твоем режиссере Гулиеве, которая дала девчонке все главные роли. Я игнорировал все перешептывания о том, что моя дочь больше похожа на твоего режиссера, чем на меня. Мама, я хочу отсюда уйти. Если дверь не можете найти. А ты останься. Ну и почему ты мне не сказала? Что, про дочь? Я искала тебя, но ты вдруг так внезапно исчез. Я ничего о тебе не знала. Я искала, правда. Вот пришлось после этого совсем справляться одной. Одной? Да. Такая, наверное, у меня судьба. А потом как-то включила телевизор и вижу, такой удачливый. Такой знаменитый бизнесмен, меценат. А просто тот самый мой Сережа. Сергей Николаевич, ну, здесь личный разговор, я пойду. Разговор с юридическими последствиями. Ты мне нужен. Даша, а ты обними отца. Спасибо. Спасибо, что ты привез меня сюда. Так сыростью с реки тянет. Как дома. Родители? Отец. Переживаешь? Да я просто убедилась, что я не зря этого избегала. Чего избегала? Родины. А. Долго там привыкала? В Англии?
Сначала был кошмар. Я целый год проплакала и очень домой хотела. Знаешь, все вокруг чужое, и ты чужой. Да я вообще была такой папиной дочкой. Да. Больше папиной, чем маминой. Хотя мама вызывала у меня комплекс неполноценности. Ну, понимаю. У тебя мама, конечно, такая эффектная женщина, несмотря на возраст. Поэтому я и не хотела быть на нее похожей. Я просто понимала, что у меня все равно не получится. Да я и краситься-то не умею. И вообще, мне не важно было, как я выгляжу. Мне просто хотелось быть умной. Ты знаешь, я тебе больше скажу. Ты и умная, и красивая. Hey. What? Slow down. I have a boyfriend back in Cambridge, actually. Oh, well, I had no idea. I'm so sorry. Да нет у меня никакого парня. Slow down. What? Not today. What's wrong? I have no idea how you do this back in America, but in UK people have some manners. Even if such things occur, it only happens when you are drunk. And because I hardly ever drink at all, this will never ever happen to me. Sorry. Хорошо, значит что, едем в скайбар? Прости. Для начала мне бы хотелось убедиться, что ты мне позвонишь. Я тебе позвоню. Куда? В Кембридж? Я могу тебе не только позвонить, я могу и приехать в Кембридж, если ты меня пригласишь. Ладно, пора ехать. Ты можешь меня отвезти? Домой? В аэропорт. В аэропорт. Ну, в аэропорт, так в аэропорт. It's foggy today, I'm telling you. Here, see for yourself. See that? Fog was whole week? Sure. You thought I was a liar? It's the best weather for walk. And guess what? I have completed my bachelor dissertation today. Oh, really? Congrats. Well, see how my professor will take it. He's a bit old school and he's Scottish too. Слушай, ты что, не знаешь это место, где я сейчас? У меня отец завалил работой на фирме, но я нашел время и выбрался сюда. Нет, я не понимаю, где это. Ты что, забыла? Подожди, я тебе сейчас напомню. Файл лови. Это что за безобразие? Почему сразу безобразие? Видеорегистратор, он работал в машине, записал, вот теперь пересматривает. Удали это. Да ну ты что, ты хочешь заставить меня убить память о лучшей минуте моей жизни? Никогда. Я требую, удаляй. А, ну если ты требуешь. Хорошо, чуть позже удалю. Слушай, я тебе главного не сказал. Я могу к тебе прилететь, если ты, конечно, не против. Я не понял, это что за пауза, ты что, против? Извини, я перезвоню тебе. Кать, Кейт. Блин. Мама, что случилось? Катя, приезжай немедленно. Отец умер. Thank you.
собираетесь? Я тоже не знаю, что случилось. Какое горе! Какое горе! Аня? Я на минутку. После этого скандала перестала разговаривать. Ехала на море и за 2 недели так ни разу не подошла к телефону. От обиды. Вот так. Мужчина, вы не заблудились? Я в кабинет Сергея за лекарством. Но этот же вопрос я могу задать и вам. Давайте в такой тяжелый для нас всех момент. Не будет? Давайте. Ну что? Посмотрела дом? Да. Теперь будешь знать, кому по грубой жизни обязана. Хорошо, мама. Мельник. Да. Где машина? Должно было быть 2 часа. А сейчас 2:30. Ну что я могу сделать? Звонить. Я уже звонил. Звони еще раз. Катенька. Ну, что же вы так расстроились? Ваш папа, он был бы очень огорчен, если бы увидели, как вы раскисли. Сережа, Сережа. С чего это вы вообще тут распоряжаетесь? Катя, потому что похороны – это очень хлопотное дело. Ну, посмотрите на свою маму. Ну, разве вы хотели бы, чтобы она взвалила это все на себя? Мне бы хотелось, чтобы вас тут не было. А почему же вы не были рядом со своим отцом? Почему вы не поддерживали его, не помогали ему ни в чем? Мам. Вы раз в году приезжали из этой своей заграницы. Были 2 дня, и все, вы знали? Где он хотел быть похоронен? Где зарезервировано место для него? Да это ты его убила! Ты! Катя. Катя, я вас понимаю, это абсолютно человеческий поступок, когда ты ищешь виноватого в том, что произошло. Катя, я вас не виню, правда. Катя, иди к маме.
машина уже приехала. Девочка моя. Осиротели. Мам, давай не пойдем на поминки. Уедем прямо сейчас вдвоем. Нет, Кать, мы пойдем на поминки, потому что это было бы нечестно хотя бы по отношению к памяти папы. Ань, я заеду завтра. Угу. Алло, Руслан. Привет. Да, держусь, спасибо. Скажи, ты не мог бы приехать? Мне очень нужна поддержка. Прямо сейчас. Занят? Да нет, все нормально. Как я обида. Работа есть работа. Пока. По крайней мере, скоро все это закончится. Ну что ж, когда самое печальное позади, и все мы попрощались с нашим дорогим Сергеем Николаевичем, оставив о нем добрую и светлую память, мне остается только одно – выполнить одну формальность, ознакомить вас с его завещанием. Он думал о нем с момента, когда узнал о своей болезни. Простите, а он что, знал о своей болезни? У него же была внезапная остановка сердца. Вы меня удивляете. Знаете, сердце просто так не останавливается. Оно болит. Иногда очень сильно болит. Я вам завидую. Рядом с вами всю жизнь был мужчина, который делал все, чтобы уберечь вас от проблем, от беды. Бич. Катя, я иногда смотрю американское кино и кое-что понимаю. Вам стыдно говорить такие слова. Так вот, узнав о своей опасной болезни, Сергей Николаевич попросил меня, как своего адвоката, составить вариант завещания, что, собственно, я и сделал. Но события на юбилее Сергея Николаевича внесли изменения в повестку дня. И прежний вариант завещания Сергей Николаевич подверг некой ревизии и составил другой вариант завещания, с которым я хочу вас, как его наследников, ознакомить. Как мы знаем, список завещанного имущества достаточно велик. Его составляют активы компаний, банковские счета, акции. Есть также некоторая сумма наличности. Ну, в общем, я не буду утомлять вас перечислением и перейду к последней части данного завещания. Вам, Надежда Ильинична Брагина, согласно завещанию, ничего не достается. Вами, Анна Эдуардовна Белявская, согласно завещанию, никакое имущество не наследуется. Что? Ты в это веришь? Подожди. Все имущество Сергея Николаевича Белявского разделено между его дочерьми.
Девочка моя, вспомни ты, как хотела большой, светлый, красивый дом, помнишь? Теперь он у тебя есть. Жизнь налаживается, да? Все будет хорошо. Приехали. Мама, ты в это веришь? Или это какой-то ужасный сон, и папа не умер? И вообще все хорошо. Неплохой участок. И земля, я смотрю, чернозем практически. Ладно, пошли внутрь посмотрим. Здрасте. Здрасте. Простите, что я так, просто я думал, опять воры. Стройка же все время пытается что-то утащить. А вас как зовут? Вадим. Ну, в любом случае, спасибо за помощь, Вадим. Да не за что. Только странно, что Сергей Николаевич меня не предупредил. Рано еще въезжать, работа не один месяц. Он умер. Кто умер? Сергей Николаевич умер. Поэтому, собственно, мы и здесь. Алло. Привет, Вань. Садись уже. Здесь давно все чисто. Да, очень жаль. Сергей Николаевич редкой души был человек. Мне за внутренние работы сразу 100% заплатил. Доверял, значит, щедрая душа. Ты ведь не собираешься тут ночевать? Собираюсь. Это теперь наш дом. Молодой человек? Вадим. Да, Вадим. Может, у вас еще и душ есть? Есть. Пойдем, покажу, где. Идем. Ну, иди. Пойдем, пойдем. Спасибо за кофе, очень вкусный. Пожалуйста.
Что это? Душ. Это просто абсурд какой-то. Не хочешь мыться, не надо. Стой! А дверь? Уже заказал, скоро поставят. Тук-тук. Держи. Артём! Да-да, Надежда Ильинична. Я машину посмотрел, там все в порядке. До свидания, я пойду. Завтра в котором часу приходить? Во-первых, называйте меня просто Надежда. Мне придется искать нового водителя. Как? Подождите, вы же сказали, я могу работать. Мне нужно, чтобы водитель всегда, круглосуточно был рядом. Ну, мало ли, куда мне захочется поехать поздно вечером. И я могу за это очень хорошо платить. Кажется, я понял. А я вас в гости не приглашала. А мне нужно какое-то особое приглашение? Ну, конечно, это же частная собственность. Вот, я иду к хозяйке. Не могу к ней дозвониться. Вы уже разговариваете с хозяйкой. Что? Так в завещании хотел Сергей Николаевич. А где Анна? Не знаю. Меня это не интересует. Есть вопрос. Телефон зарядить можно? Можно. Пойдем, покажу. Давай я тебе покажу, как генератор заводится. Открываешь краник бензиновый, потом заслонку до упора, до щелчка и заводишь. Какая заслонка? Какой краник? У вас Wi-Fi есть? А? Wi-Fi, говорю, есть? Есть. Что? Есть, говорю, мы же не дикари. И оп! Вань, почему ты меня не набрал? Ты же сама сказала, что позвонишь мне. Но не позвонила. Я подумал, может, что случилось. Случилось. Много чего случилось. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, начни с зефира. А потом с самого главного. Самое главное – это то, что я теперь ва-га-та-я. Как? Духовна? Нет, Вань, у меня целый дом. Точнее, даже не просто дом, а целый дворец. Целый дворец? Держи, да. Смотри, что у меня есть. Ого. Я теперь миллионерша. Миллионерш? Как-то я сразу не догадался. Не веришь, да? А ну, пойдем, пойдем. Даша, а ты вообще уверена? Да. Знаете, фасон ваш, но вам бы посветлее. Вот в розовом что-то такое. В бежевых цветах. Мне бы как же такое хотелось. На следующей неделе у нас новая коллекция. Ваш такой. Я зайду, конечно. Я вас не буду. Вы дома. Заходите. Спасибо большое, Леночка. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Могу вам чем-то помочь? Нет, спасибо.
И все-таки позвольте дать вам несколько советов. Вот это будет слишком на вас длинное волочиться. Комично будет выглядеть. Ну, это для более солидной женщины. Это, наверное, для вашей мамы. Ну, разве что вот это. Вы же, наверное, просто примерить, да? Купить. Купить. И деньги у меня есть, поверьте. А ты, если не веришь, бей в интернете фамилию Беляевская, сам все поймешь. I'm so happy you like my work. I will be back right after I have finished some stuff which emerged after my father passed away. Sure. Best wishes from me too. Bye. Mom! Иди сюда. Видишь, Вадим нам отдал свою комнату. Даже матрас оставил. Так что можем вполне расположиться с комфортом. Ты напрасно все это распаковываешь. Почему? Потому что я только что говорила с Кембриджем. Так. Да, я все решила. Значит, смотри, как мы действуем. Мы продаем эту стройку и получаем какие-то карманные деньги. Потом подаем в суд на этих самозванцев и получаем папино наследство. Потом я еду в UK, получаю мастер-дегри и подаю в аспирантуру. Все? Да. Отлично. А теперь давай по порядку. Значит, ты говоришь, что мы продаем этот дом за сколько? Сколько дадут. За сколько дадут? А дадут нам за него, Катя, как раз на карманные расходы. То есть мы с тобой остаемся сразу, без дома, без денег, без всего. Идем в суд, правильно? А в чем будет суть нашего иска? В том, что папа не мог отдать все чужим людям. Это незаконно. Это не незаконно, это неприятно. И знаешь почему? Потому что ты видел это завещание и лично папину подпись. Он не мог так поступить. Почему? Он сам заработал эти деньги, понимаешь, сам. Не мы с тобой, а он, все до копейки. И это вполне логично, что он может распоряжаться своим завещанием как ему угодно. Тогда с чем мы с тобой пойдем в суд? Но он не мог так поступить. И ты это знаешь. Скажи мне. Поздравляю вас с покупками. Хороший выбор, у вас прекрасный вкус. А эта вещь просто, ну, будто на вас шита. А, смотрите, вот наши карточки. Скидочная ваша карта, здесь каталог. Каждые две недели у нас обновляется коллекция. Я вам обязательно позвоню, буду очень рада вас видеть. Хорошо, спасибо. Вань, помоги. А вашу одежду упаковать? Нет, не надо. Держи. Вот. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну, как я тебе? Круто. Идем, Ванька. Ты чего такой грустный? Что, не рад за меня? За тебя я рад, а вот за себя не очень. Почему? Все будет как раньше. Понимаешь, Даша? Ты сейчас поднялась на ступеньку выше. Ну и что? Не перебивай. Я очень хочу, чтобы ничего не изменилось. Но если... Знаешь, у меня на завтра много работы, и я пойду. Вань...
Ну, надо же. Они упаковали все мое персональное имущество. Я бы взяла гораздо меньше. Но это понятно. Они просто не хотят, чтобы мы являлись еще раз за своими вещами. О, батюшки, даже мои бриллианты здесь. Бриллианты? Их же можно продать. Кать, ну, это не совсем бриллианты, это, в общем-то, бижутерия. Просто, понимаешь, есть женщины, которые, цепляя на себя всю эту сбрую, тем самым думают, что увеличивают свою ценность. Видимо, ничем другим они ее увеличить не могут. А у меня были проблемы с чем угодно, но только не с этим. Господи, это невыносимо. Батюшки, они даже мини-бар упаковали. Да хватит уже! Сколько можно? Так можно с ума сойти. Так. Так как мы не в Версале, давай-ка наденем на себя что-нибудь попроще. В общем, я предлагаю переодеться и пойдем-ка поищем стаканы. Я не пью. Это похвально. Алкоголь не решает проблемы, а только их усугубляет. Абсолютно с тобой согласна, но надо же в конце концов нам отметить новоселье. Правда? Так, ну, в принципе, понятно. Там кладовая, все продукты. А где холодильник? Да, холодильник здесь. Ага. Сковородки чугунные и другие вот здесь внизу. Угу. И остальная посуда тоже здесь. Ясно. Спасибо. Так, ножи. 12 лет. Я приходила сюда почти каждый день. Валечка, вы еще здесь? Ну что вы? Ну, не надо жить воспоминаниями. Я желаю вам здоровья, благополучия, успехов. Пойдемте, мой водитель вас проводит. Ну что ж, удачи вам. Всего доброго. Здоровья, успехов, всего самого хорошего. Что-то ножи тупые. Ну, для этого я вас и пригласила. Рустам, чтобы вы предложили мне что-нибудь остренькое, пикантное. Мамочка, да? Можно я завтра? Ой. Дашка, знакомься, это Рустам. Здравствуйте. Я Здравствуйте. Пригласила его к нам работать из элитного ресторана. Очень приятно, я Даша. И мне приятно. Мамочка, а можно я к нам завтра Ваню приглашу? Ваня. Это тот, который твой одноклассник, который никуда не поступил после школы и чинит, по-моему, пылесосы. Компьютера, мам. Он мой друг, ты же знаешь. Так можно я его приглашу? Ну, конечно, приглашаю. Спасибо. Конечно. Рустам, а вот это вот овечка не для вашего шашлыка. Смотрите в другую сторону. Надежда, вы меня неправильно поняли. Извините. Пардон, что шумел. Работы очень много. Слушай, а тебе домой еще не пора? Домой? Далековато получится. Я на объекте живу, пока ремонт не закончу. Нет, но жить с чужим человеком в доме без дверей – это слишком. Давайте выпьем за новоселье. Да, кстати, насчет новоселья. Это, конечно, не мое дело. Да. Это наше семейное дело. Ладно. Мы можем рассчитывать, что тебя завтра здесь не будет? А теперь я предлагаю выпить за знакомство. Есть одна проблема. Если я не буду здесь ночевать, то и ремонт я тоже делать не смогу. Ты можешь не продолжать работать. Ты ведь получил полную предоплату. Поэтому я должен их отработать, эти деньги, которые твой отец дал мне. Мы так с ним договаривались. Он вообще-то умер. И это не значит, что я могу их себе прикарманить. Можешь, я разрешаю. Ты знаешь, Катюш, ты абсолютно права. Алкоголь усугубляет. Я не с тобой договаривался, с твоим отцом. Я здесь хозяйка. Да. Ты знаешь, когда мы с твоим папой отправляли тебя в эту крутую школу, мы как-то рассчитывали, что тебя научат хорошим манерам. Не научили.
Тебе не кажется, что разумнее было бы не пилить последний сук, на котором мы сидим, а наоборот, постараться побыстрее, я не знаю, привести вот это вот помещение в жилое состояние, может быть, даже помочь с ремонтом? Я на другую училась. Очень жаль, что ты училась на другую. Знаешь, что я скажу тебе, Катя? Раз уж мы с тобой оказались в такой глубокой жопе, прости меня за мой французский, мне кажется, надо как-то постараться из нее выбраться, а не распускать павлиний хвост, чтобы еще больше в ней не застрять. Договорились? Ладно. Спокойной ночи. Да, и генератор придется выключить. Вадик, а когда нам все-таки проведут электричество? Электрик запил. Как придет в себя, электричество появится. Помнишь, тот адвокат сказал, что та девчонка единственная дочь отца? Получается, что я не его дочь. У меня может быть другой отец? Нет, не может быть. Прости. Понимаешь, Кать, с того самого момента, как я встретила твоего папу, в моей жизни больше не существовало других мужчин. Ну, вообще не существовало. Хотя за мной ухаживали, было много ухажеров, я даже флиртовала, я была достаточно популярна, но мне никто не нужен был, кроме Сережи. Я нисколько об этом не жалею. Даже несмотря на то, что происходит сейчас. Ладно. Пошли спать. Да. Пойдем. Спасибо. Я во дворе. В конце концов, мам, я бакалавр Кембриджа, без двух минут магистр. Я просто найду себе работу по специальности. По специальности искусствоведа. Ну не штукатура же. Ну да. Найду вакансию, лично встречусь, произведу впечатление и получу работу. Мне нравится твой настрой. Но напоминай себе иногда, ну так на всякий случай, что ты не в Англии. О, автобус! Середину, середину, профессионал.
знаю, как всегда тут столпились. Ну, ну давай. Ну, да, вы не могли бы чуть дальше пойти? Ага. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Рафаэль Гулиев? Да. А вы кто? А я Катя. Очень приятно, Катя. Белявская. Катя. Анина дочка. Я... слышал о вашей потере, сочувствую. Как мама держится? Катя, вы играете на сцене? Гены должны были сказаться. Нет. Я учусь в Кембридже. Я изучаю теорию искусства. Теорию? Жаль, жаль, такой талант. И так рано наступить на горло собственная песня. Рафаэль. Можно просто Рафа, для Аниной дочки можно. Хорошо. Я вас искала. Да? Да. Я хотела задать вам один вопрос. Слушаю. Скажите, вы гей? Катя, сразу видно, что вы из Англии. Там вот это вот у вас, это, порядки вещей. А здесь такие вопросы как-то не задают. Вам женщины нравились когда-нибудь? А вот это уже оскорбление. Я обожаю женщин. Я без ума от них всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед ними. Особенно, если они талантливые. Я понимаю их, как никто. Спасибо. Извините меня. До свидания. Маме привет. Катюша, секундочку. Я сейчас ставлю «Смех лангусты» Морелла. Мне нужна старая актриса. Безумная мысль. Что если предложить вашей маме? Вообще-то мама не старая. Катюша, это же сцена. Да старая актриса у меня есть, а вот Сара Бернар? Нет. Нет, я понимаю, недавняя потеря, мое предложение будет выглядеть как бестактность. А если бы вы с ней поговорили как-нибудь по настроению? Хорошо? Окей. Хорошо. Окей, Кембридж, это да. Одну секундочку. Сейчас. Это моя визиточка. Пожалуйста. Маме привет. Хорошо. Да. Я передам. Извините меня еще раз. Спасибо. Катя, это просто так. Аня. Привет. Почему ты мне не позвонила? Я вас еле нашел. Ой, Стас, знаешь, слишком много всего навалилось. Слушай, я не могу во все это поверить. Это все кошмар какой-то. Слушай, ты знаешь, на самом деле, я очень рада, что ты приехал. Пойдем в дом поговорим. Да, да, конечно. Я только кое-что к чаю прикупил. Здравствуйте. Я на собеседовании. Мы будем очень рады работать с вами. Как? Но я ожидала собеседования. Вы по телефону сказали, что вы окончили Кембридж. Да, то есть почти. Ну вот, я вас и поздравляю, вы успешно прошли наше собеседование. А, кстати, вот и Эльвира. Эльвирочка, познакомься, это наша новая сотрудница. Ну, та самая из Кембриджа.
Hi, baby. Если позволите, я бы посоветовала в будущем не использовать такую форму обращения к людям. Это выглядит несколько фамильярно. Эльвира — наш главный эксперт по постмодернизму. Кстати, а как вы относитесь, ну, вот, к этому постмодернизму? По ряду причин прохладно. Твою мать. Извините, мне бы хотелось обсудить материальный вопрос. Да-да-да-да-да. Не хотел сразу переходить к этому вопросу, но раз вы уж сами к нему подвигаете, вы получили престижное образование. Это стоит денег. Я скромно надеюсь, что вы найдете возможность оказать некоторую материальную поддержку нашему замечательному журналу. Ну, скажем, нам бы очень пригодился новый компьютер. Да нам бы стульев нормальных пару. Вообще-то мы будем рады любому участию. Мне кажется, вы меня неправильно поняли. Я спрашиваю о зарплате. А разве не важнее то, что наш журнал дает вам платформу для творческой самореализации? Извините, что отняла ваше бесценное время. Всего доброго. Эстетика — это состояние души, а не средство для набивания желудка! Точно, точно. На. Спасибо. Угу. Будешь должен. Никогда, никогда себе этого не прощу. Я мог все тебе рассказать о болезни Сергея. Ты могла как-то повлиять на него. У него были неплохие шансы, если бы он согласился на операцию. Но я не мог его уговорить. И дал ему слово молчать. Старый дурак. Послушай, тебе совершенно не в чем себя винить. Сережа всегда тебя считал настоящим другом. И вел ты себя как настоящий друг. Знаешь, я рассердился на него из-за этой истории, которая всплыла на юбилее. Перестал с ним общаться. Получается, смерть была рядом, а друга я оставил одного. Получается, я тоже. Ты прости меня за все, хорошо? Я подвел тебя и его. Позволь мне остаться твоим другом. Стас, все, перестань уже. Ты правда очень хороший друг. Я буду иногда приезжать, можно? Конечно. Только я прошу тебя, пожалуйста, в следующий раз, ну, не привози ты столько всего к чаю. Ну что, сможешь привести это все в надлежащий вид? Да тут Надежда Ильинична... Называй меня просто Надежда. Надежда Ильинична, тут все и так в полном порядке. Я бы, честно говоря, держался бы того человека, который здесь раньше работал. Раньше здесь работал противный старикашка. Если вам не нужна высокооплачиваемая работа, вы можете быть свободны. Ого. Идем. Здравствуйте. Мамулечка, мы хотим с вами посмотреть фильм. Прекрасно. Здравствуйте, тетя Надя. Привет, Ваня. Покажи Ивану дом. Хорошо. Пошли. Давай, иди. У нашего музея амбициозные планы, и вы с вашей подготовкой можете стать их деятелем, соучастником. Это замечательно. Скажите, а какая у меня будет зарплата? А что, разве служить прекрасным – это, по-вашему, не награда? Ясно. Извините, что я отняла ваше время. Проходите, проходите. А вот кабинет Дашиного папочки. Он не только здесь работал, но и отдыхал душой. Хочу вам показать. Это коллекция уникальных часов. Да,
К сожалению, сердце Сергея Николаевича остановилось. Но я каждый день прихожу сюда и завожу эти часы, чтобы они шли. В память о нем. А можно посмотреть? Нет, что вы, я никому не разрешаю прикасаться к этим часам. Все делаю сама. Ну, идите, идите смотреть фильм. Да, вообще-то круто. Но мне уже пора. Сейчас я скажу Артему, чтобы он тебя отвез. Пошли. Артем, отвези Ваню домой. Артем. А классно у вас тут. Ага. Артём! Артём, у нас из коллекции пропали часы. А ну-ка, выворачивай карманы. В смысле? Давай, выворачивай. Да вы чего? Опа. Ваня. Но если тебе нужны были деньги, нужно было просто мне об этом сказать. Да я не брал их. Дашенька, как же она будет расстроена. Она была о тебе такого хорошего мнения. Тем более это память о ее отце. Я говорю вам, я не брал их. Так что, мы вызовем полицию? Я думаю, не стоит. Я все понял. Ванечка, мы, конечно же, забудем об этом неприятном инциденте, если ты никогда своим присутствием больше не напомнишь нам о нем. Прощайте, Надежда Ильинична. Извините за часы. Угу. Часы. Я вам еще нужен сегодня? Нет, отдыхай. Алло, Руслан? Узнали? Ну, конечно, я тоже вас помню. Звонила вашему папе. Они и так были дружные с Сережей. На нас свалилось такое горе. Так нужны хорошие, добрые, проверенные друзья. А приезжайте к нам в гости. Да, Даша очень скучает. Ждем. На Даниловке остановите, пожалуйста. Кать. Вадим. Разрешите? Разрешите. Извините. Извините. Ой. Привет. Привет. Ты в город ездил? Сгонял к себе на юрфак. Юрфак? Ничего неприличного, юридический факультет. Так ты студент? Да, выпускник, пишу дипломную работу. Как твои дела? В общем, теория искусства здесь исключительно хобби. Иначе за нее бы платили деньги.
Что, совсем не платят? В любом случае, это не деньги. Ты переводчиком попробуй, ты же классно знаешь английский. Переводчиком? Ну да, я тебе помогу, поспрашиваю знакомых. Ну давай, спасибо. На Западе за такие штучки можно в суд подать. И что, ты бы подала на меня? Нет. Мне понравилось. О, явился. Опять еле на ногах стоит. Валяется. Не просохнешь никак? Ну зачем так, Вадим? Просто у человека были личные переживания, а его никто не поддержал. А. Переживал я. Ты каждый день так переживаешь. Ну, естественно, когда ото всех такой негатив. Конечно, человеку трудно сразу прийти в себя. Во. Каждый раз, когда я тебя вижу, от тебя негатив идет. Ну, давайте все-таки не будем обращать. Главное, что Игорь Олегович обещал наконец-то прийти в кондицию и все же провести нам электричество, да? Не вопрос. Вот, верю вам. И очень на вас рассчитываю. Завтра. Нехорошим буду, если сбрешу. Да, отлично. А сейчас спать. Как мы договаривались. Игорь Олегович, домой туда. Какой же ты негативный. Хороший кофе. А ты куда? Как куда? Домой. Как домой? А если мне захочется что-нибудь ночью съесть? Ну, я не знаю, там, ну, да, с ужина много чего осталось, но... О, это ты мне предлагаешь съесть что-нибудь с ужина. Прекрасно. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи. Всего доброго. Угу. Мам, я знаешь, что подумала? Люди за нас всего лишились. Это неправильно. Дашенька, какая ты у меня добрая девочка. Хорошо, я подумаю. Но должна тебе сказать, они о нас даже никак вспомнили бы. Ну, я подумаю. Обещаю тебе. А еще я вот что решила. Я решила на месте фундамента, ну, который у нас залив под сауну, разбить зимний сад. Ну, я надеюсь, ты какое-то время проживешь без сауны? Проживу. Впрочем, как и без цветочков. Да, Кать, я тебя очень прошу, пожалуйста, когда ты пойдешь на собеседование, можно я сделаю тебе макияж? Ну, просто здесь по-другому не поймут. Хорошо. Спасибо. А я сегодня случайно встретила Гулиева. Рафу? Да. Боже мой. Не понимаю, как папа мог слушать сплетни про вас. Вот. Теперь, я надеюсь, ты не сомневаешься, чья ты дочь? Нет, ну вот. Но вообще не это главное. Он хочет попробовать себя на смех лангуста. Кто, Рафа? Меня? Боже. Мам, да я серьезно. Ага. Он просил передать, что хочет, чтобы ты играла Сару Бернар. Я Сару Бернар? Да нет, ну он просто... Он всегда был сумасшедший, но... Да нет, это просто безумие какое-то, я не знаю, но... Господи. Во-первых, я уже не смогу. Ну, это все в прошлом, понимаешь? Во-вторых, Рафа, конечно, совершенно свихнулся уже и... Ой, боже мой. Нет, спасибо ему, конечно, большое, что он помнит обо мне. Не забыл, надо же. Но честно тебе скажу, по-моему, на старости лет Рафа совершенно сошел с ума. Что? Все будет хорошо.
Здравствуйте, Руслан. Да, вот так вот. Все, что строил Сергей Николаевич всю свою жизнь, осталось без капитана. И хотя самый обыкновенный бухгалтер и неталантливый бизнесмен, я прекрасно понимаю, почему ваш отец и Сергей хотели объединения компаний. Им хотелось знать, что рядом есть плечо надежного друга. Даша, Даша, познакомься. Здравствуйте. Руслан. Даша. Это тебе. Спасибо. Руслан, сын большого друга твоего отца. И я очень надеюсь, что и нашего с тобой большого друга. Я счастлив быть другом вашей семьи. Спасибо. Пойдемте к столу. Анечка, Анечка, Анечка. Ну что, попробуем? Да. Как давно я этого ждал. Моя мать Юдит Ван Харт была дочерью голландского еврея. Он делал мебель, плетеную из соломы. Мам, присядь. Давай, наконец, отметим твое возвращение в театр. Хорошая попытка сглазить. Кать, ты видишь, я не могу присесть, я текст учу. Она могла мне дать только красоту и хорошие манеры, но я не унаследовала этого. Простите. Ладно. Пойдем, давай маме не будем мешать. Нет, ребят, вы сидите, я лучше сама пойду наверх. С родителями моими все в порядке. Просто они живут в провинции. И, как видишь, ничем мне помочь не могут. А мой папа всегда решал все проблемы за меня. Поэтому здесь мне тебя трудно понять. Знаешь, когда я поступил в институт, нужно было оплачивать обучение. Пришлось зарабатывать. И я все свои студенческие годы прожил на строительных объектах, а не в общаге, как все. Надеюсь, что этот будет последним. Так и знал, что эта пинчуга все испортит. Пойду, запущу генератор. Я помогу. Да, алло, привет. Привет, Паш. Спасибо, да. Спасибо. Ты же знаешь, что я его не отмечаю. Да. Ладно, удачи. Если не секрет, что не отмечаешь? День рождения. У тебя сегодня день рождения? И ты ничего не сказал? Так. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. В общем, поздравляю. И спасибо, что оказался рядом, когда с нами случилось это несчастье. Думаю, если бы не ты, мы бы пропали. Я не люблю лезть в чужие дела. Я это оценила. Но это не значит, что я... что меня это не удивляет. Я искренне хотел бы разобраться в том, что происходит. Я сама пока ничего не понимаю. Может, если я начну рассказывать сначала, то в чем-нибудь разберусь? Все началось с юбилея отца. Он делал мебель. Он делал плетеную мебель из... Господи, я даже не способна уже текст запомнить. Это будет провал.
собственно, все, что осталось. Больше-то уже ничего и нет. В итоге нам достался только этот недостроенный дом, а все остальное получила новая дочка. То есть ты допускаешь, что твой отец мог взять и отказаться от всего, от своей семьи, от самых близких людей? А если он действительно решил, что я не его дочь? В биологическом смысле. И с мамой они тогда поссорились. Да и что с того? Какие супруги никогда не ссорятся? И даже если в тебе нет его ген, он столько лет считал тебя своей дочкой, а ты его своим отцом. Странно. Так вот взять запросто, вмиг от всего отказаться, я себе этого не представляю. Я тоже не представляю. Но за последние 9 лет я видела его так редко. Может, он менялся, а я не замечала. Только гены у меня его. Это точно. В общем, дело пахнет аферой. Надо в любом случае во всем разобраться. Я в наследственное право специально не вникал, но думаю, что шанс переиграть эту историю у вас есть. Только тут один большой минус, если дойдет до тяжбы. Какой? У них сейчас очень много денег, а у вас... Так что на быстрый успех рассчитывать не придется. Да, давно я здесь не был. 8 лет так точно. Мы сюда сейчас с отцом приезжали. Твой отец тоже сюда приезжал, кстати. А где ты был эти 8 лет? Ну, я же в Америке учился. Сан-Франциско Бэй, My California University. Do you remember the Golden Gate Bridge? Ну, мост. Мост Золотые ворота. Ты его точно видел? Его часто в кино показывают. Ну да. Его еще называют мост самоубийц. Раз в 2 недели кто-то прыгает с него в пролив. А это 250 футов. Полета к окончательной свободе. Теперь я все больше жалею, что не предоставил этот полет авиарейс, который мне сюда доставил. Ну зачем ты так? Красавец. Пойдем, я познакомлю тебя с Лучиком. Как перевести мультитаскинг? Что-то я не соображу. А о чем речь? О компьютерах. Наверное, многозадачность. А есть такое слово? У нас еще не такие слова имеются. Спасибо. Привет всем трудящимся. Ну, с диваном здесь поуютнее стало. Да, пора на репетицию. Погоди, а по какому случаю такой парад? Первая репетиция – это всегда праздник. Первая репетиция – это всегда страх, ужас и предчувствие беды. Спасибо большое, я побежала переодеваться. Сергей был сторонником семейного бизнеса. И у меня такой же подход. Если мы хотим получить выигрыш от слияния наших компаний, бизнес должен оставаться семейным. Мы должны стать одной новой семьей. Вы меня понимаете? Вы можете считать это старомодным. Ну что вы? Я считаю это очень разумным. Моему Руслану пора остепениться, он уже достаточно порезвился. Пора взять ответственность на себя. И он это понимает. Что вы имеете в виду? Он готов действовать в интересах общего семейного бизнеса. Вы знаете, сколько Даше лет? 18 лет. Я была матерью-одиночкой. 18 лет. Я вкладывала в свою единственную дочь все свои силы и все свои надежды. Я, конечно, готова переложить ответственность за ее судьбу на плечи состоятельного, мудрого, ответственного мужчины. Мой Руслан именно такой.
Тогда выпьем. Я наконец-то закончила перевод. Ну, прости, что я не нашел тебе работы получше. Инструкции переводить — это тебе не Шекспир. Слушай, я звонила Мельнику, это папин адвокат, и хотела поговорить с ним по поводу завещания. А, это тот лучший друг семьи? Ну да, который, по крайней мере, красиво его изображал. Так вот, трубку он не берет, а в конторе работают другие люди. А адрес, где живет, не знаешь? Ну, это можно узнать. Слушай, ты же почти лоер, ну, то есть почти юрист. Как ты отнесешься к тому, что я попрошу тебя съездить? Конечно, поехали. Отлично. Иди, иди, Габи. Спасибо тебе. Иди. Ну как, тебе понравилось? Да, очень. Ну и что было дальше? А дальше я ей сказал: Меган, только скажи, что я тебе нужен, и я никуда не уеду. Отец этого не поймет, он лишит меня всех средств, но это не проблема. Я найду какой-нибудь бизнес во Фриско, я куплю фудтрак, я буду продавать бурритос. Но только скажи, что я тебе нужен. И что она ответила? Что она ответила? Ну, я ведь здесь. В пучине безнадежного одиночества и сожаления, что так и не смог переступить перила за Golden Gate Bridge. Ну, не переживай, ты найдешь новую любовь. Настоящую. Ты очень добрая девушка. Очень милая. Может, продолжим наше знакомство? Давай. Пойдем. Да, быстро ваш Руслан справился с Дашкиной хандрой. Ну что вы хотите, западное образование, там студенты постоянно общаются с преподавателями, учатся влиять на людей. Нам так влиять и не снилось. Да что? А мне кажется, мы тоже кое-что понимаем в этом деле, не правда ли? Ты вообще как, в порядке? Я бы так ехала и ехала. Лучше не бывает. Бывает. Пересаживайся. Подожди, я за руль, а я не умею. Я тебя научу. У меня прав нет. Да забей, пока ты со мной, я за все отвечаю. Давай, может, записку оставим на всякий случай. Записка. Простите, пожалуйста. Где хозяин квартиры? А его нет. Он переехал. Когда? Ну, дня два. Собрал свои манатки и переехал. А куда? Коттедж какой-то. А может быть, вы знаете адрес? Ну, почему не знаю, конечно, знаю. Для чего тогда язык? Я у грузчика спросил, куда манатки повезут. А Курганная, 28. Наверное, наследство получил. Да, очень может быть. А у нас этот сосед тоже на пятом этаже наследство получил. И как давай праздновать? С утра до вечера. Спасибо. Его уже и с работы уволили. И жена от него ушла. Спасибо. И мацаненка с собой забрала. А он спасибо все большое. Празднует и празднует. Наследство такая штука. Ой, впереди машина. Ну и что, пускай себе едет. Все, я торможу. Стой. Тогда плавно. Бери плавно. Включи поворотник. Правее. Во, молодец. Теперь руку на коробку передач. Нажимаем на кнопочку и выводим на паркинг.
Ну, вот и все. Спасибо, Руслан. Это было нечто. Я хочу еще покататься. Ты разве не устала? Нет. Ну хорошо, хочешь еще? Давай еще. Выводи на букву Д и поехали. Далековато он забрался. Слушай, мне кажется, соседка что-то перепутала. Она сказала коттедж, но коттедж — это сельский деревянный домик. У вас в Англии ноутбук — это что? Блокнот, записная книжка. А у нас компьютер, а это коттедж. Хорошо. А вход тогда где? Сейчас найдем. Да вон там свет горит. Так что соседка не ошиблась. Видит нас в камеру, поэтому не открывает. Пойдем. Ну что, как твои дела с Русланом? Вы уже целовались? Мам. Я знаю, что ты взрослый человек, что у тебя своя личная жизнь, ну, чисто по-матерински. Знаешь, мне немножко с ним неловко. Он начинает очень быстро разговаривать на английском, я не успеваю понять. Мне кажется, он считает меня глупой. А мы наймем тебе репетитора. Англичанина или даже американца. Послушай, Даша, ты же хотела проявить милосердие к бывшей семье твоего отца? Моей сестре Кате. Мама тебе не сестра. Она даже не дочь твоего отца, поэтому ты наследница. Ну, знаешь, это как-то неудобно. Что неудобно? Что ты предлагаешь ей работу? Я думаю, Катя не согласится. Согласится? Не в ее сейчас положении отказываться от денег. Я вот что подумал. Если твой отец узнал, что серьезно болен, он имел основание написать завещание. Так, на всякий случай. И когда узнал, что появилась та другая дочка, извини, что затрагиваю болезненную тему. Все нормально. В общем, он мог его изменить, чтобы упомянуть там эту другую дочку и что-то ей отписать. Но это не та бумажка, которую ты видел в руках у этого афериста Мельника. Возникает вопрос, а где настоящее завещание? Неужели он доверил ему, этому адвокатишке? Я не знаю. О, мама приехала. Стас, спасибо тебе огромное, но, честно говоря, не стоит меня возить прямо на каждую репетицию. По-моему, чересчур. Почему? Ну, у тебя работа. Да я успеваю с работы. Ну, личная жизнь. Ну, моя личная жизнь закончилась, когда я познакомил тебя с Сергеем. Господи, скажешь тоже. Когда это было? Ну, с тех пор ничего не изменилось. Мам! Идите шашлык есть! Поужинаешь с нами? Я бы с удовольствием, но у меня аж ночное дежурство. Ну, ладно. До завтра. Завтра я заеду и везу в театр. Хорошо. Пока. До завтра. Я бы никогда в жизни не подумала, что это может быть так вкусно. В Англии нечто подобное готовят турки из вонючей баранины. Но это даже нюхать противно. А ваш муж доверял своему адвокату Мельнику? Да нет, ты знаешь, мне кажется, он вообще его держал только из жалости. Просто в свое время Мельник отец здорово помог Сереже. Но он и взял его сына на работу. Вреда, конечно, от него не было, но и пользы чуть. Но он доверял ему важные документы? Нет, нет, нет. Сережа никогда никому не доверял ни документы, ни вещи. Он их держал вообще у себя в сейфе. А Мельник имел доступ к сейфу? Да нет, что ты. Об этом сейфе вообще знали только я и Сережа.
А что ж мы раньше этот сейф не открывали, пока нас не выгнали? А ты знаешь, где он находится? Конечно. У папы в кабинете. А ключ у тебя есть? Там кодовый замок. Код знаешь? Катя. Что? Код, Катя. Если брать порядковый номер букв в алфавите. A, B, C, D. В русском алфавите. Ого! Это еще кто такие? А это к нам. Это машина моего отца. Если мы еще раз сюда приедем, надо будет менять ходовое. Да ладно, не ворчи. О! Здравствуйте, Катенька. Вот, приехала посмотреть, как вы тут устроились. Превосходно. Я вас в дом не зову, у нас ремонт. Угу. Да. Обживаетесь потихоньку в нашей деревне, да? Артем, сложно, наверное, вам. Да вовсе нет. Когда рядом такие надежные люди, все не сложно. Вашей маме, наверное, сложно, да? Нет. Мама тоже в полном восторге. Сбывается ее давняя мечта быть хозяйкой прекрасного садика с цветами. Но возобновление актерской деятельности не оставляет ей много времени на любимое хобби. Все-таки главная роль. Да. В ее-то возрасте. Я хотела предложить вам работу. У меня есть работа. Я делаю переводы с английского. Жаль. Жаль, хотела, чтобы вы позанимались с моей дочерью Дашей английским языком. Ну. Но это вопрос оплаты. Если деньги хорошие, я не против. Ну что вы, Катенька, я вас не обижу, будете довольны. А где? В каком смысле? Где занятия? А, ну, в моем доме, конечно. Но если в свете последних событий вам это будет удобно. Мне очень удобно. Ты чего? Да нет, ничего, нормально все. Я ж вижу. Да нет, нормально все просто. Просто мы с тобой как, знаешь, как подростки. Это весело, конечно. Гуляем, ездим на машине, целуемся на улице. Но у меня просто такое ощущение, что ты боишься со мной остаться наедине. Я не нравлюсь тебе как мужчина? Нет, нравишься. Очень нравишься. Ну, тогда могли бы ко мне заехать. Ну, ты же говоришь, что живешь с родителями. Это как-то неромантично. Ну, к себе ты тоже не приглашаешь. У меня мама и ее обслуга. Это еще хуже. Я болван. Хорошо. Хорошо. Завтра все будет по-другому. А что будет завтра? Вот завтра и узнаешь. Сейчас, беги. Катенька, не расстраивайтесь так. Я, правда, не настаиваю на том, чтобы занятия проходили именно здесь. Я понимаю, как вам тяжело воспоминания здесь. Вовсе нет. Знаете, за последние 9 лет я здесь была так редко, что никакой особой привязанности у меня нет. Знаете, ваше такое яркое желание сделать вид, что все хорошо, но правда заслуживает уважения. Ну, я-то понимаю, как вам трудно. Катя, я сделаю все, чтобы вам помочь.
Правда. И вам, и вашей маме. Какая прекрасная акустика, правда, Катя? У меня есть замечательная идея. А давайте ваша мама почитает здесь стихи. Здесь? Да, Пушкина, например. Я заплачу. Стихи. Лично вам. Ну, я на репертуаре не настаиваю. Может быть, любой другой поэт. Или, знаете, было бы неплохо какую-нибудь сценку из спектакля. Я заплачу гораздо больше, чем сейчас платят актерам в театре. Hell is empty, and all the devils are here. Красиво. Простите, а что это значит? Я, кажется, знаю. Отпуск, все дьяволы уже здесь. Молодец. Это Шекспир. Как я устала. Поднимусь к себе, отдохну. А вы, девочки, располагайтесь. Учитесь. Ладно. Ты в школе английский учила? Да. По школьным учебникам, наверное, да? Ну да. Хорошо. Смотри, есть одна классная книга, по которой училась я. Кажется, она была в кабинете у отца. Посмотрим ее? Посмотрим. Хорошо, пошли. Вот она. По ней будем заниматься. Хорошо. Пойдем. Вот, давай отсюда. When he was nearly 13, my brother Jim got his M badly. Broken is the album. Переводи. Мой брат Джим, когда ему было близко к 13, плохо сломал руку. Слушай, а зачем тебе английский, сестра? Ты назвала меня сестрой? Это констатация факта. Все равно спасибо. Так зачем тебе английский? Я встретила мальчика. Он очень быстро разговаривает на английском языке, я ничего не успеваю понять. А по-русски он не бум-бум? Нет, ну просто он считает, что... Просто мне кажется, ты себя совсем не ценишь. С какой стати ты должна ради него стараться и что-то делать? Пускай он ради тебя напрягается. Ну, я так не привыкла. Так привыкай. Ты богатая наследница или кто? Это я тебе как сестра советую. Кать, ты прости меня, я правда не хотела, чтобы так вышло с наследством. Это нечестно. Тогда поступи так, как ты считаешь нужным. Так, как ты привыкла. Это сложно. Ты матери до смерти боишься. Ладно. На самом деле это прикольно встретить сестру. Может, выпьем чаю? Давай. Я пока книгу отнесу, окей? Хорошо.
Ну, давай хотя бы телефонами обменяемся. Давай. Так, это мой. Записала. Катя сестра. Вот вы как занимаетесь английским. Вот теперь мне точно пора. Артём! Артём, останови Катю! Мама! Мама, что случилось? Да ну, мама! Не трогай, не до тебя сейчас! Какие-то проблемы? Да нет. Ну и хорошо, когда нет проблем. Спасибо. Не за что. Где мама? В театре, у них там вечеринка. Как прошла вылазка в логово врага? Отлично. Садись, Маша. Насколько я могу судить, завещание составлено правильно. И как я и думал, вы с мамой законной наследницы. А эта новая дочка с ее мамашей, им начислены какие-то алименты и... Читай ниже. И как раз этот дом. Угу. Ты знаешь, мне кажется, что Даша ни в чем не виновата. По-моему, она нормальная девчонка. Только странно, что завещание оформлено на нее, а не на мамашу. Если бы оно было оформлено на мамашу, было бы подозрительно. А так единственная дочь. Угу. И полностью под ее контролем. Спасибо тебе. За что? За то, что Буркину позвонил, например. И вообще, мне кажется, если бы не ты, мы бы не справились. Теперь справитесь. Ты снова богатая наследница. Поедешь в Англию? Естественно. В общем, Кать, я как раз закончил работу, о которой договаривались мы с твоим отцом. Думал, мы обсудим следующий этап. Но... Если я больше здесь не нужен, я могу уехать. Ты мне нужен.
Любимая моя Аня, я ни капли не жалею о том, что происходило в нашей жизни. Но мне стыдно за мой единственный поступок, о котором я не смог тебе рассказать за все эти годы. Но ты все равно о нем узнал. И узнал об этом на юбилее. Все сказано надеждой и правдой. Даша – моя дочь. Прости, что я сомневался в твоей верности. Ты всегда поддерживала меня во всем. Если бы не ты, я бы не добился в жизни того, что имел. Вы навсегда останетесь для меня самыми родными и единственными. И скажи Кате, что я ее очень люблю. Пусть она меня простит. Ваш муж и отец. До последнего вздоха. Доброе. Доброе не только потому, что через полгода, слушай, здесь начнется такое буйство красок. Ты завещание отца видела? Видела. Он не отрекся от нас. А еще там было личное письмо для тебя. Но я не стала его читать. А я читала. Целых 4 раза. Проревела полночи. Между прочим, он очень надеялся, что ты тоже сможешь простить его за старые ошибки. Знаешь, мам, мы обязательно выкурим эту стерву из нашей жизни. Вопрос только через суд или дать ей шанс самой убраться. Как лучше? Кать, я думаю, лучше дать ей шанс. Ну, просто потому, что мы же не такие, как она. Слушай, я хотела с тобой поделиться. Мне кажется, у меня стало что-то получаться на репетициях. Нет, по-прежнему все так же, все плохо, но просто уже не так беспросветно. Все будет хорошо. Да уже все хорошо. Просто главное это понимать, пока ты не потеряла это хорошее, да? О чем ты? Только не делай вид, что ты ничего не понимаешь. Ну что, как тебе здесь? Нравится? Нравится. Но только ты обещал мне сюрприз. Раз в ресторане мы уже были, значит, сюрприз будет потом, да? Мне интересно, куда мы за ним поедем. А поедем мы за ним на этаж выше. Я снял в этом отеле прекрасный номер. Так что до завтрашнего полудня нас никто не потревожит. Если мы, конечно, сами не захотим вызвать номер шампанское. Хочешь, можно прямо сейчас подняться? Можно заранее зажечь свечи, там, знаешь, сколько? А десерт? Ну, торопиться некуда. Тем более, мне показалось, что ты не совсем готова к этому. Я готова. Честно. Хорошо. Ну, что ты хотела мне показать? Это настоящее завещание отца. Если вы с Дашей немедленно уберетесь из нашего дома и нашей жизни, то вы получите достойное содержание. Нуждаться не будете. Ну а если же нет, то вы доставите мне огромное удовольствие довести это дело до суда. На секундочку носик припудрить.
Я подумала. Я не хочу ждать десерт. Угу. Хорошо. Сейчас, одну минуточку. Да. Руслан? Руслан, чем ты сейчас занят? Как будто вы не знаете, чем я сейчас занят. У нас очень большие неприятности. Я устал решать ваши вопросы. Сами разбирайтесь. Послушай меня внимательно, пожалуйста. Появилось другое завещание Белявского. И оно сейчас у Кати. Нужно его срочно забрать. Что вы сказали? У Кати? Да, у Кати. Значит, я постараюсь ее задержать, насколько смогу. А ты пулей сюда, ясно? Адрес я тебе сейчас вышлю. Мальчишка. Вот тебе ключ от номера. Поднимайся и жди меня там. А ты куда? Я хочу сделать тебе еще один сюрприз. Очень скоро. Заняты? Занят. Жду клиента. Я плачу в 3 раза больше. Куда ехать? За машиной. Катенька, ну попробуй рассуждать как взрослый человек. Да или нет? Но мы должны учитывать интересы многих людей. Хватит. Мне надоело. Меню, пожалуйста. Пошла вон! Кать! Привет. Привет. Так давно тебя не видел. Слушай, ты прости, я совсем замотался с этим бизнесом отцовским. Ты как? В 2 словах не расскажешь. А может, давай сядем где-нибудь и поговорим? Слушай, у меня нет времени. Мне нужно домой. А ты на колесах, нет? Нет. Давай я тебя отвезу. Присаживайся. Ехать далеко. Ну и хорошо, будет больше времени, чтобы поговорить. Прости меня, что я не смог тебе помочь во всем этом. Просто я не знал, что у тебя все. Настолько так unbelievable troubles. Все нормально. Мы справились. Я мама и Вадим. Значит, Вадим это теперь твой? Да. Спасибо тебе большое, что ты меня подвез. Пока. Катя! Я могу воспользоваться вашей уборной? Ну,
У нас там ремонт. Ну, пошли. Ну, знаешь, все равно лучше, чем где-то здесь. Это очень красиво. А, знакомьтесь, это Вадим, мой друг. А это Руслан. Очень старый друг. Руслан, туалет прямо и налево. Хорошо. Я сейчас приду. Ну что ж, понятно. Катя, значит, еще одна очередная временная замена. Еще один брутальный бедняк. Нет, ты знаешь, я, в принципе, не в претензии. Я, наоборот, тебе даже очень благодарен за это. Спасибо, что развлек девушку, пока меня не было. Мне это не интересно. Я в чужом прошлом не копаюсь. Молодец, правильно. Ты знаешь, у деловых людей у них вечно не хватает времени, но богатые девушки после всех приключений все равно возвращаются к ним. Всегда возвращаются. Вадим. Надо же, как романтично. Приготовить ужин для девушки и не дать ей его съесть. Эх, молодость, молодость. Мам. Катя? Кать, что случилось? Я такая дура. Я все испортила. Все. Зря я думала, что я могу тут приспособиться и что-то изменить. Как показала практика, я ничего не могу. Да не мог Вадим взять завещание. Никогда в жизни я в это не поверю. Но он не берет телефон. Ну, он просто расстроился. Это нормально. Это ж не значит, что он сразу превратился в мерзавца. А вот Ткачук-младший... Слушай, на кой ты вообще его сюда притащил? Я не знаю, как так получилось. Я вообще не понимаю, зачем это нужно Руслану. А зачем он клеился к тебе на юбилей? Ты думаешь, просто так?
Я думала, я ему нравлюсь. Катюша, ткачуки никогда ничего не делают просто так. Старший все время с Сережей-то дружил, потому что ему это было выгодно. А сейчас ему выгодно что-то совсем другое. Но вот что? Что нам теперь делать, мам? Ну, во-первых, надо помириться с Вадимом. Да я с ним и не ссорилась. Ладно, пошли спать, а завтра утром будем уже думать, что делать. Хорошо. Руслан, ну наконец-то. Как? Ты большой молодец. Я в тебе не сомневалась. Скажи, где и когда я могу забрать этот документ? А что, раньше никак? Ну, ладно. Надежда, там у нас маленькая проблемка. Угу. Я уже вижу. Артём, открой ворота! Ворота открой! Даша, что происходит? Это моя машина, я хочу покататься. Это что за фокусы? Ты же не умеешь. Умею! Артём, открой ворота, я тебя уволю! Я хочу разогнаться и... разбиться насмерть. Открой ей ворота, давай, давай, разгони, сбей пару пешеходов. Или знаешь, что еще лучше? Врежься в автомобиль, где есть женщина и двое детей. Может, тогда полегчает? Даша, я понимаю, что тебя очень расстроила эта ситуация с Русланом. Но поверь мне, ты все неправильно понимаешь. А как надо понимать? Когда-нибудь ты все узнаешь и поймешь. Пойму я, мама, только то, что я идиотка. Обещали дать ответ. А вы знаете, я вдруг подумала, мало ли что, Катенька, вы могли нарисовать в своем фотошопе. С помощью фотошопа можно стать даже дочерью Рокфеллера. Не надо на меня, Катя, кричать. Вам надо научиться принимать ситуацию такой, как она есть. Это ведет к душевному равновесию. Я тебя поздравляю. Ну и что, и как ты планируешь дальше? Добрый день. Приятного аппетита, Руслан. Спасибо. Да, я вам очень признательна. Ну, где документ? Какой документ? То, что на завещание Белявского. А. Вот. Послушай, Руслан, ты взрослый парень и прекрасно понимаешь, когда есть время ждите, когда его нет. Где документ? А зачем он вам нужен? Как ты зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы все наши с тобой планы прошли гладко. Но у нас же есть с тобой общие планы. Слияние компаний, семейный бизнес. Твой папа очень одобрял это. О, нет, мой папа как раз был очень огорчен. Потому что Сергей Белявский, ты его лучший друг, а вы пренебрегли его последней волей.
Я объясню твоему папе очень подробно, что будет, если наследство получит Катька с ее мамашей. С ними-то не будет так просто договориться, как со мной. Я твоему папе объясню. Не надо ничего объяснять моему папе. У нас семейный бизнес, и в данный момент я представляю его интересы. Поэтому папу тревожить не надо. Чего ты хочешь? Ну, в принципе, того, что и раньше. Но самое главное – это слияние нашей компании. И я считаю, что действовать нужно очень быстро. Начнем прямо сейчас. Вот документ. Здесь нужны подписи вашей дочери. Что это такое? Ну, скажем так, это инвестиции в наш совместный бизнес. Послушай, Руслан, я же все-таки работала бухгалтером, а не дояркой, да? Ты что хочешь, чтобы я перевела деньги на непонятные мне счета? Ну, зачем же нервничать? Это схема проверенная. Ограбить меня хочешь? Вот тебе! Видел? Очень странный выбор. То есть, если я правильно понимаю, вы хотите сесть в тюрьму. Правильно я понял? Или, может, все-таки лучше укрепить наш союз конструктивным сотрудничеством? Если Даша подпишет эти документы, ты отдашь мне завещание? Послушайте, я обещаю, что все будет хорошо. В общем, она уверена, что никакого завещания у нас нет. Ну, ясно. Значит, они с этим Ткучуком-младшим вместе провернули это дело. Вот и все. Ну, ладно. Зато есть хорошие новости. Я Вадиму дозвонилась. Он к родителям поехал. Не хочешь с ним поговорить? Мам, не телефонный разговор. Угу. Так прекрасно. Можешь сама съездить. Я в такую даль. Ну да. Ой, да. Действительно, чувство такая штука. Проявляешь их, делаешь себя уязвимым. А не проявляешь, делаешь себя несчастным. Даша! Выключи. Напиши. Что это? Так, сущие формальности подписываю. Все? Да, молодец. Развлекайся. Вадим, привет. Нам нужно поговорить. Я уже еду к тебе. Извините, пожалуйста, вы не могли бы спинку поднять? Я работаю. Работать на работе надо, а тут отдыхать.
что-то случилось? Завещание. Его украл Руслан. Почему ты уехал? А какой смысл было оставаться? Ты пришла с Русланом. Он мне наговорил ерунды всякой. Видео показал. Какое видео? Где вы целуетесь на капоте? Это была моя ошибка. В виде одного поцелуя. Ты мне веришь? Верю. Ты мне очень нужен. Пойдем. Есть ночной автобус, купим билеты. Завещание. Подождите. Куда нам спешить? У нас впереди большой путь сотрудничества, для которого нужны гарантии. Ты же обещал. Обещал. Обещал и сдержу свое обещание. Дорогая моя, вам не нужно переживать. Вас на улицу никто не выгонит. Оставим даже вашу плечистую обслугу. Живите себе, наслаждайтесь, управляя активами покойного Белявского. Я тебе недорогая, молокосос. Что, все-таки обокрал меня, да? А вот здесь я с вами полностью не согласен. Как я могу обокрасть того, у кого ничего нет? У вас, по сути, ничего нет. Поэтому не надо со мной конфликтовать. Я всего лишь хочу обеспечить вашу старость. В чем проблема? Подумайте об этом. А Даша будет очень расстроена тем, что наши планы на общую семью не сбудутся. Ну да, Даша — это такая большая проблема. Она ведь такая самостоятельная. У вас нет никакого влияния на нее. Нет, ну вы что-нибудь придумаете. Может, что-нибудь получится. Всего хорошего. Добрый. Добрый. Это сразу, кстати, бросается в глаза. Кушать хочется очень сильно. Сейчас что-нибудь приготовлю. Как твои успехи в театре? Не знаю. Мне же трудно судить. Я себя со стороны не вижу. Слушайте, ребят, а может, вы придете ко мне завтра в театр, а? У меня завтра прогон, мы пьесу целиком будем прогонять. Конечно. А я завтра с утра иду получать гонорар за переводы. Ну, получишь и сразу приезжай в театр. Хорошо? Да. Кто может сравниться с Матильдой моей? Надежда, обед уже готов. Еще буквально 15 минут, и будет самый вкусный десерт. Отстань. Так вы что, совсем кушать не будете? Я готовил, старался. Отвали, я сказала. Анечка, ну мы так опоздаем. Анна! Простите, что втягиваю вас в свои личные дела. У вас случайно нет телефона младшего ткачка? Личные дела? Но мне один раз дорожку уже перебежал. Хочу убедить его больше этого не делать. Прости, но у меня правда ни телефона, ни адреса, ничего нет. Ну, я знаю, где ткачок живет. Подождите мне минуту, вы меня подвезете? Ой, да давай, бегом, мы опоздаем. Переоденусь, одну Анечка, минуту. Присаживайтесь. Молодежь.
Не трогай меня. Доченька моя, ты же знаешь, что я всю жизнь сама решала все наши проблемы. Я всю жизнь тащила все на себе, как могла. А теперь, Даш, мне очень нужна твоя помощь. Даш, помоги мне, пожалуйста. Мам, что такое? Мам. Даш, мне очень нужно, чтобы ты встретилась с Русланом. Я не буду с ним встречаться. Я знаю, что тебе неприятно. Да при чем здесь приятно-неприятно? Ты знаешь, какой он живой подонок. Девочка моя. Знаешь, что я могу тебе сказать? Милая моя, ты абсолютно права. Он действительно мерзкий, гадкий, лживый подонок. И у тебя есть шанс ему отомстить. У Руслана есть очень важная вещь. Важный документ. И это не должно быть у него. Пока он считает тебя маленькой и глупой, у тебя есть прекрасный шанс забрать эти документы у него. Пожалуйста. Мама, что за документы? Помнишь, ты подписывала доверенность, помнишь? Да. Их надо забрать. И еще один документ. Ну что, Раф, сменяем рептицу? Да, видно, делать нечего. Извините. Приготовились к репетиции? Извините, пожалуйста. Мама, где Вадим? Он занят личным делом. Каким личным делом? Я не знаю. Привет. Здравствуйте. Зачем ты это сделала, мама? Как ты могла? Почему ты мне не сказала? Значит, это все не наше, да? Значит, мы это украли. Заткнись! Что ты из себя детский сад изображаешь? Ты что, не понимаешь, что в этой жизни никто, никому, ничего просто так не делает? Все надо выгрызать в этой жизни зубами. Или что? Ну-ка, посмотри, вот это все тебе не нравится, да? Посмотри, как тепло, светло, красиво. А, нравится. Документы ты подписывала. Так что в тюрьму сядем вместе. Мы теперь, доченька, с тобой в одной лодке. Или утонем. Или выплывем. Решай. Мне сказали, это ваш белый кабриолет, у него стекло боковое разбито. Вот это ты попал, парень. Ну ты попал, ты знаешь, какой тебе срок светит? Мне терять нечего. Где завещание? Мадам знает мое мнение о классиках. Корнель, Бросси, но это не для нормальных людей. Во всяком случае, не для обыкновенных. Женщины у них эти коронованные особы, которые блеют, как козы, в судорогах бросаются под ноги мужчинам и при этом обливаются потом. А вам кто-нибудь бросался под ноги? Никогда.
Я горжусь этим. Но неужели вы никогда не взрывались от страсти? Ну, когда теряешь голову и готов потерять все остальное. Чем вы, мадам? О том, что вы все-таки тоже были когда-то влюблены. Стоп! Да что же это такое? Ну, есть же элементарная этика. Извините, пожалуйста. Алло. Привет, сестра. Я правда не знала. Вы возвращайтесь, я попробую все исправить. Прости меня, сестра. Так вот, что ты решила. Против собственной матери. Ах, ты ж мерзавка! Негодяй! Негодяй! Ненавижу, мерзавка! Ты мерзавка, мерзавка! Какая же ты тварь! Что ты делаешь? Ты же мать! Пусти! Пусти! Я тебя уволю! Не уволишь! Ты не хозяйка! Дочь хозяйка! Пусти! Я это завещание хотел сам отдать. Я хотел его сам отдать, но позже. Сначала я хотел утереть нос своему отцу, стать от него независимым и вернуть себе Катю. Просто я не думал, что она сможет полюбить такого, как ты. Она любит тебя. Просто тебя. Не за деньги, а просто. Поэтому забирай свое завещание и катись отсюда. Это еще не все. В смысле не все? В порядке? Точно? Вот хорошо. Я там ее в кладовке запер. Успокоиться откроешь. Понятно? Вот и ладненько. А я увольняюсь. Что ты делаешь? Мне нужно записать твое признание. Обалдеть, я тебе душу открыл. Ты что, мне не веришь? Верю. Только этого мало. К чему этот цирк? Хорошо, что я должен сказать? Ты осознавал, что кража завещания Белявского Сергея Николаевича – уголовное преступление? Осознавал. Да, я осознавал, что кража завещания Сергея Белявского – это уголовное преступление. Ты доволен? Спасибо. Ты знаешь, я тебе даже завидую. Береги ее. Артём, а ты где? Угу. Ну, как приедешь, зайди, пожалуйста, к маме, она просила. Скажите, а где репетиция? Это вам туда. Вадим, где ты был? Почему ты не пришел? Тут такое дело.
Ты мой герой. Я не буду больше ждать ни минуты. Я звоню в полицию. Спасибо тебе огромное. Алло, полиция? Что она здесь. За домом посмотри. Привет. Привет, миллионерам. Как дела во дворцах? Я звонила тебе, Вань. Ты трубку не брал. Мне было очень плохо все это время. Поговорить было не с кем. Знаешь, Вань, я просто не понимаю, почему ты тогда исчез. Я тебя чем-то обидела, да? Я дурак. Ты дурак. Прости. Просто тогда все навалилось. Миллионы, твоя мама, этот статус. Я думал, наши дороги уже разошлись. Нет никакого статуса. Это была просто иллюзия. Что? А чая-то нет? Ну, беги за чаем. Мельник, а вы читали божественную комедию Данте? В чем здесь Данте? При том, что в самый глубокий девятый круг ада он поместил обманувших доверие. Сережа доверял вам, а вы его предали. Вы знали о его смертельной болезни и подделали завещание. Еще и Брагину втянули. Доверял? Да ваш дорогой Сережа ни в грош меня не ставил. Мой отец спас его. Он доверял. Мельник сюда, мельник туда. Да он за всю свою жизнь ни одного шанса мне не дал.
зато дал шанс своей смертью, да? А вы ухватились. А ты куда? Почему ты мне не сказала, что купила билеты на двоих? А ты что, не хочешь со мной в Англию? Катя, я сам привык распоряжаться своим будущим, и никто этого не делает за меня, даже ты. То есть ты не хочешь быть со мной? Хочу, но только что я там буду делать? Заниматься ремонтами? Ты дурак! Да, дурак. Но ты самое лучшее, что было в моей жизни. Да иди ты к черту! В правом ящике моего секретера лежит пьеса молодого автора. Ее прислали мне прошлой зимой. Никогда не думала, что успею сыграть ее. Мы найдем эту рукопись, и вы напишите автору. Только попросите его изменить возраст, иначе я играть не стану. Но, мадам, я помню эту пьесу. Не сердитесь, пожалуйста, но если сделать героиню старше, то пропадет основная мысль. Мы с вами обсуждали уже это. Ее нельзя делать старше. Конечно, конечно, я хочу сделать ее моложе. Да-да, моложе. Да. Давайте будем жить, а не ждать смерти. Мадам! Браво! Поздравляю тебя! Это было чудесно! Спасибо! Я предлагаю отметить премьеру. Я считаю, мы имеем полное право кутнуть. Я думал, вы в театре будете праздновать. Да нет, я на самом деле, знаешь, где хочу отметить? У себя в Даниловке. Отвезешь меня? Ну, конечно. Спасибо. Подержи, пожалуйста, цветочки, я Давай. Быстро разгонируюсь. Давай. Мам, привет. Привет. Как дела? Все нормально? Слушай, ты же мне так и не показала своего диплома. О, красивый. Отмечали? Нет. Настроения не было. Как у вас дела? Боюсь, что мне нечем тебя порадовать. Мы тут с бухгалтером покопались в нашем балансе. Честно говоря, выглядит не очень. Деньги прям как растворились. Пытаемся разобраться, но, знаешь, надежды мало. А долгов много. Боюсь, что придется продавать собственность. Видишь, без папы все как-то посыпалось. Да. Но ведь было и хуже, правда? Бывало. Да ничего, как-нибудь проживем. Слушай, Кать, а можете вернуться? Зачем, мам? Подожди, кто-то пришел. Thank you.
приехал? Я не мог не приехать. Умер бы от тоски. Я сама почти умерла. Что? Ничего. Кать, я вообще-то сюда как турист приехал. Ты мне Лондон покажешь? М? Жаль, что не удалось посмотреть Лондон. Ничего. Как-нибудь в другой раз. Подожди. А во сколько у тебя рейс? В 9:20. А что ты делаешь? Я лечу с тобой. Насовсем. Но только если ты меня бросишь еще раз. Ни за что. Но учти, сладкой жизни не будет. Договорились. Нет, ты не понимаешь. Нас, похоже, обчистили. И теперь у нас долгов больше, чем активов. Я больше не миллионерша. Подожди. Я ввожу номер кредитной карты. Я хочу, чтобы эта комната была детской. Это самая светлая и самая теплая комната в этом доме.
Значит так, сюда мы поставим кроватку. Хотя нет. Вы уже хоть расписались? Расписались. Зимой будет слишком холодно, а летом слишком светло. Мы вот сюда поставим кроватку, телевизор уберем. Сюда повесим какую-нибудь лампочку, ночник, не знаю. Здесь будут полочки с детскими игрушками. Да? Что ты молчишь? А вон уже моя лягушонка в коробчонке приехала. Ну все, едем тогда. Да. Привет, сестра. Привет. Что, ты решила сделать маме сюрприз? Да. Сюрпризов сегодня на всех хватит. А ты свою так и не видела? Трубку не берет, но дома появляется. Не переживай, конечно, все будет хорошо. Так, а что за сюрприз? Крестный будешь? Поехали. Поехали. Можно оплотнее, девочки? Ну что, красивая пара, по-моему. Ага. Так, да-да, с родителями. О, папа! Пап! Ну что, пап, ну теперь ты такой счастлив, ты доволен? Все прекрасно. Ну и прекрасно. Мы добились, папа, того, чего хотели. Так, все улыбаемся. Ой, тесть, иди сюда. Да, вот так. Давай, снимай уже. Мама, ну, привет. Привет, мой хороший. С днем рождения. Спасибо. Ой, ты даже с подарком. Здравствуйте, Станислав. Здравствуй, здравствуй. Можно на секунду тебя? Да. Привет. У меня есть еще один сюрприз. Ну, как у тебя дела? Все хорошо. Что? Я беременна. Здравствуйте. Катя. Здравствуйте. Да, сюрприз удался. Послушай, ты меня прости, пожалуйста, я, может, немного старомодна, но... Мне кажется, вам уже стоит как-то оформить отношения. Мы расписались вчера. Ну вот сегодня отметим. Некогда свадьбу гулять. Здравствуйте. Ой, привет. С днем рождения. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Привет. Ну что, показываю участок? Да, пойдем. О, Господи. Анна, ты в курсе? Да. Я поздравляю. Спасибо. Пойдем в дом. Вань, смотри, вон какие цветочки. А представь, если бы всей этой истории с подделкой документов не было бы. Жила бы я себе спокойно в Англии. Обойдутся. Кто? Англичане обойдутся. Мы нет.